Всем привет от Оксаны из Алабамы. Сегодня с вами мы. Даррел, hello. Серега на этом объекте должен покрасить полы деревянные и пару досок он заменил. И красит валиком. Вот как это делается. Ты, Дек, ты вот эту веранду мыл, эти полы? Конечно. Да? То есть сначала ты их мыл под давлением. То есть на грязную поверхность краску наносить нельзя. Нет. Ну, желательно не надо. Так, какую краску использую? А это Solid Stain. Написано, ага, для полов. Для дека. Для цемента, для дек. Дек это вот эти деревянные полы. Сяду в креслице. Красивый двор у них. Пальмы обалденные. Я так думаю, мы поедем домой, за пальму уже прихватим. Ты ее полдня выкапывать будешь. Ах, ну-ка. Так, просто let's see. А Даррел отводит. То есть, say hi to my subscribers. How's everybody doing today? People ask me why I didn't ask you what do you think about Trump? What I think about Trump? Yes. I didn't vote for Trump. You didn't vote for Trump? No, I did not. Okay. I mean, I don't like him because he shows that he's too racist. Oh, okay. Yeah. All right. And then how he does women, that's wrong. Okay. Yeah. That's not, you know, I don't. I mean, now he may make a great president. I don't know. We'll have to see. Yeah, we have to see. Yeah, I mean, he's there now, so we have we can't do anything but just sit back and wait. He's there. Right, so, right. And I just hope everything works out well, but the way things are going now. Well, we'll have to see. We'll have to wait and see, yeah. То есть, видите, здесь на веранде встроенные скамейки. И она просила их подкрасить. А женщина хочет продать свой дом. Давайте просто посмотрим, какой у нее дворик. Нужно. Надо раскрутиться на бабло, да? О! Это получается какой-то зонтик старый. Здесь когда-то были угольки. В камере. Сколько раз нужно покрывать деревянные доски, каким, полы? Каким материалом один раз? То есть именно вот если правильно купить. Но дело в том, что эту краску покупала не ты, а хозяйка. То есть ему сказали, потому что ей посоветовали. Здесь, она, понимаешь, она спэниш. Она испанка. Мексиканка, да, из Мексики. Латиносы, они повязаны друг с другом. И они друг другу, ну и как и все, помогают друг другу. И вот, ну, советом. Что-то есть в бизнесе в этом. И они посоветовали именно вот этот материал.
Но это самое лучшее, то, что... Ты видел? Да, это то, что изобрели вообще в Америке. Для полов, по крайней мере. Этот материал очень новый. Но он действительно... Написано, что он в два раза... Two times thicker than ordinary paint. В два раза толще, чем обычная краска. И тут написано... Ой, сейчас я тут... One coat application. Сейчас, то есть one coat это значит один раз. Носом, и воду отталкивает. Тут написано water based. Это значит не на масляной основе, а на водяной. Понятно. Yes, it's water based. Растолю. Я тебе песенку сейчас спою. Хорошо? Ты, наверное, сможешь это быстро танцевать или работать. Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов, клич пионера, всегда будь готов. Сейчас покажу интересный моментик, не относящийся к покраске. Посмотрите, некоторые американцы не траву сеют, чтобы закрыть землю, а кладут гальку. А видите вон те трубы? Чтобы слив воды шел и не потоплял предыдущий дом, тот соседский дом. Видите, здесь нет забора, но здесь есть труба. От этого двора. То есть стена и все, забора нет. Но мне кажется, забор был. Что-то здесь было, потому что я вижу старые балки торчат. И, пожалуйста, вот лес. Там есть и зайчики, и броненосцы, и опоссумы. Я лисицу видела здесь в мобиле. Да. То есть, видите, не принято ограждать дом забором спереди, но между соседей и даже можно не ограждать от леса. Кушать им привезла по сэндвичу. Я не каждый день привожу им еду, чтобы и не баловать. Ну и все зависит от того, где, как далеко контракт. Этот контракт ближе к дому. Вот как стало замечательно. Черные ножки нужно было покрасить у устроенных скамеек. И эти деревянные полы. Замечательно все выглядит. Надеюсь, у них не будет проблем продать этот дом. Хотя на самом деле мне должно быть по барабану. И, разумеется, как только вы покрасили, нужно мыть валики и кисточки. Сергей Иванович, дай, пожалуйста, практический совет. Если у человека нет времени или нет воды, чтобы помыть валики и кисточки, что нужно сделать, чтобы они не засохли и не испортились? Ну вон. Вулмартовский пакет. Короче, взять пластиковый воду, пакет или полиэтиленовый. Или воду, да, чтобы баночку с водой. Ага, понятно. И как долго в этом пакете полиэтиленовом? Пока не помоешь. Можно держать. Нет, ну там день, два, три, а вдруг ты забыл? Ну, значит, в воде-то ничего же не будет. В воде ничего не будет. Понятно. Я тебя расчесываю, туда попали мусор. Туда попал мусор. А да, я вижу мусор, когда на траве ты мыл. Пола, нет. А от полов? Да. Деревяшки. У тебя щетка специально с железными зубчиками. Ну, опять. Это для этого. Для щеток. Значит, это, представим, что это кошка, и она радуется, что ты ее
вычесываюсь. А я представляю, что это... Мяу, 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 мяу. Кошка. Ладно, кошка. А ты что представляешь? Ничего ты не представляешь. Я ничего не буду говорить. Ну ладно.